Привет, друзья! С вами Татьяна. Тема нашего видео – выпускной и другие праздничные мероприятия. Выпускной – это праздник, на котором каждая девушка может почувствовать себя принцессой. В наше время нет строгих правил, как одеваться на выпускной. Кто одевает нежное, красивое, нарядное платье, кто одевает платье в рок-стиле. Разные есть стили у девушек, поэтому каждая выражается как может. Карен Миллен есть нарядное платье. Идемте посмотрим. Классика – это нежные нюдовые тона на выпускной, розовый, бежевый, персиковый и другие нежные тона. Это платье стоит почти 11 тысяч гривен. Девочки, у нас 1 евро стоит 30 гривен приблизительно. Так что можете поделить, сколько это будет стоить в евро. Это платье стоит 12 тысяч гривен. Некоторые девочки покупают платья нарядные. Возможно, они оденут один раз на выпускной. А некоторые более практичные девушки и покупают наряд с учетом, что они будут носить и много-много раз потом. Куда-нибудь на свадьбу, на праздники. Так что будем смотреть разные платья с вами. 7 тысяч гривен такое платьице. Вот такое оранжевое платье. Такое платье стоит 9 тысяч гривен. Оно оранжево-персиковое. Такое платье тоже 9 тысяч гривен. Можно платье купить и на выпускной, и потом одевать на другие нарядные мероприятия. Такой бант здесь интересный. Наряд на выпускной, не обязательно платье, возможно. И вот, например, такой комбинезон. 11 тысяч гривен. 12 тысяч гривен. Вот такое платье на тонких бретелях. Здесь, видите, такие блестящие пайеточки. Очень-очень нарядное платье. 12 тысяч низ юбка гофре. И, кстати говоря, в магазине 25% скидочка. Так что можете заглянуть, посмотреть платьице. Кстати, это показывает камера оранжевый цвет. На самом деле это коралловый цвет. Очень приятное, красивое платьице. Почти 9 тысяч гривен платье с утягивающимся эффектом. Такой тоже очень яркий цвет. Будете запоминаться. 8 тысяч гривен. Вот такое платье с цветочным рисуночком. Видите, какой здесь тут верх. Очень красивые плечи. Красивые свои откроете. И будете красивая принцесса в цветах. Кружевное платье 9 тысяч гривен. Ой. Любительницам желтого, смотрите, какое платьице в ярком желтом летнем цвете. Здесь ровный подол, видите, внизу. Вот такое платье замечательное. Вот так оно будет лучше видно. Девочки, рекомендую вам сначала выбрать платье, а потом уже аксессуары, обувь, сумку, украшения. Пятнадцать тысяч гривен. Вот такое красивенное кружевное платье. Оно темно-синее. Видите, такой здесь низ. Такое кружево. Желтое, синее и сиреневое присутствует в этом платье. И вот еще такое платьице коротенькое. Многие девочки одевают на выпускное короткое платье. Кто длинное, у кого какой вкус и предпочтение. А здесь более демократичные цены, но не менее красивое платье.
принт, звериные, рептилии, разные-разные. Такой анималистичный принт, модный в этом году, так что, возможно, какая-то девушка захочет себе платье вот с таким принтом. Стоит оно 2000 гривен, 61 евро приблизительно. Девочки, это не обязательно выпускное, просто показываем платья нарядные, какие есть в магазинах. Будем по ходу рассматривать и другие платья. 2200 гривен, вот такой комбинезон, сверху кружево. 1920, 60 евро приблизительно, вот такое коротенькое платьице. 3000 гривен, 93 евро, такое платье, очень красивый тон, нежно-голубое платьице. И это платье 3000 гривен, оно чуть покороче. И вот есть персиковое, очень-очень длинное платье. Сарафан, юбка гофре и верх вот с воланами. В общем, это, девочки, магазин для выпускниц. Смотрите, как можно красиво выглядеть в платьях этого бренда. Такой сарафан тоже стоит 3000 гривен. И вот еще такие расцветочки есть. Персиковое платье стоит 3400 гривен, больше 100 евро. Люджо. У них вот такая одежда продается. Платье 11000 гривен. Десять тысяч гривен, и в магазине идет акция минус 30% от цены, то есть 7000 гривен. Возможно, кто-то захочет себе горох, романтичный классический горох. 21000, нежнейшее легчайшее платьице, вот какое оно красивое, интересный такой рисунок цветочный, замечательное платье. Заглянем в Армани, возможно, что-то есть интересное для выпускниц. Никто не запрещает одеться вот так. 10 в основном спортивная одежда, но вот я нашла такое красивое платьице 4500 гривен. Очень коротенькая юбочка. Здесь расширяется к низу. Такая складочка. Классное платьице. Ткань немножко блестит. И сзади. Вот этот магазин. Здесь всегда очень интересная одежда. Вот смотрите, какое платье в греческом стиле. Вот такие луки в этом магазине составили. 3500, вот такое коротенькое платьице с фатином. Это платье стоит 3120 гривен, почти 100 евро. 13200, вот такое платье с оголенными плечами и с длинным рукавом. Здесь вышивка, есть еще нежно-голубые. Сандро. Такое платьице стоит 13000 гривен. Плохо видно, закрываю. Ну вот, видите, такое с длинным рукавом. Но это, конечно, на жаркое лето не очень подойдет. Хотя, если это натуральный материал, то, возможно, вечер и ночь может быть прохладной, если не танцевать. И вот еще такое платьице продается. Вид сзади. Это платье стоит 11000, минус 30% скидка идет в магазине. Здесь темное платьице продается. Вот одно светленькое вижу. Вот оно. И есть кружевное платьице, тоже коротенькие. Расклешенная юбочка. И вот такое кружево замечательное. 10000, минус 30%, это 7000 до платьице. Вот такой вид спереди. 8600 гривен, минус 30%. Вот такое очень-очень открытое платьице.
Ну, это не обязательно выпускной, просто показываю, какие есть классные платья Сандро. Витрина Маш. Это кружевное платье стоит 10 500 гривен. Неровный край юбки, подола. Вот такое. Это, конечно, не на выпускной, но просто очень нарядное, красивое платье. 350 евро, 10 500. 11 365 евро. Вот такая нижнятина. Почему-то я на кружево начинала обращать внимание. 11 500, 380 евро. Вот такое вот платье. 10 тысяч гривен, 335 евро. Вот такое платье в анималистичный принт. Зеленое платье, сарафаны продается у Маш. 13 тысяч гривен. Мы находимся в ГЭС. Это платье стоит 5 500. Очень коротенькое. 4700 длинное платье без рукавов. И вот это 4700. Просто нарядное платьице. Это не на выпускной. Куда-нибудь на день рождения, на свадьбу. И вот еще такое длинное есть цветное. 6700. Ну, это девочки полиэстер. Девочки, мы находимся в Бенетон. Здесь просто есть приятные цветочным принтом платья. Вот это 2400 гривен. Состав модал. Это как вискоза. Тоже древесные волокна. Такой же материал есть, вот юбочки и вот такая блузочка. Можно составить комплект или носить по отдельности. Девочки, я уже вам снимала платье из бренда Love Republic. Просто хочу напомнить, здесь идут скидочки 70%. Здесь большой ассортимент нарядных платьев, так что загляните. И цены доступны. 1500, 1500, 2000 гривен. 2300 гривен, 72 евро. Вот такое платьице. 1238 евро. Вот это платьице. 2100. Это 96-97 евро. Вот еще такая расцветочка. Тоже 1200 гривен. Вот. Такое кружево здесь. 2100 это платьице, а это платьице 2400 гривен. Такая сеточка. 2000 гривен молочная, 61 евро. И вот такое коралловое. Ну, на камеру кажется персиковое, но поверьте, это коралловый цвет. 1300 гривен. Фуксия. 1000 гривен, 30 евро. Это еще такое кружевное. 1200 гривен. Такое платьице вытягивающее. 1300 гривен. Вот это нюдовое. А это 1700 гривен. И вот здесь такой элемент на поясе. 1800 гривен. 56 евро приблизительно. И это платьице цветочный принт, тоже 1800 гривен. Вот такая здесь спинка. Внахлёст. 1500 гривен платье с крылышками. 1800 гривен. Доклепочки. И вот здесь такой элемент. 1500 гривен, приблизительно 45 евро. Такое гофре.
2100. Вот такое платье, кто любит такие платья, присмотритесь. Вот есть такой выбор платьев, недорогие, 1200 до 2000 и чуть выше. Девочки, не забудьте купить нижнее белье. От белья очень многое зависит, даже как будет сидеть ваше замечательное красивое платье. Райс. Здесь тоже продаются красивые платья из натуральных тканей. Вот такое замечательное платье продается кружевное. 8000. Вот такой сарафанчик. 6700. Вот такая нижнятина. Просто платье выходного дня. 7500. Вот это платье персиковое. Вот это 9100. Это просто платье. Очень-очень нарядное. Вот еще какое замечательное платье. Платье русалочка. И невесте, и выпускнице, и просто девушке для того, чтобы пойти куда-нибудь в очень пафосное, красивое место. 7100. Скидки идут на это платье. Неровный край внизу. 11600. Вот такие здесь достойные вещи продаются. Так что у кого есть денежки, можете заглянуть, примерить. Вот сарафанчик какой нежный-нежный. 7900, почти 8000 гривен. Такая же цена, вот платьица немножко по-другому пошита. Мне кажется, такие платья надолго будут служить вам базой. На лето одел и ни о чем не думай. Юбочка красивая, гофре. Классные здесь вещи, девчонки. 5500, блузочка из натурального материала. Натуральный состав. И вот еще такое платьице на одно плечо. Смотрите, как замечательно смотрится с этой сумочкой. Видите, мы можем подсмотреть такой лук и составить на выпускной вечер. Сумочка минималистичный принт и лаконичное платье. Платье 7500. Этот элемент, видите, кроя на одно плечо, очень эффектно смотрится. Кому нужны белые качественные юбочки, смотрите, юбка с разрезом внизу. И вот еще какое цветное красивое платьице, чуть расклешенное внизу. Вот такое. 7500. Мне больше видео получилось, девочки, платье на лето. Ну, в общем, красивое платье. Вот смотрите, как эффектно смотрится платье этого магазина. Ну, девчонки, я показала вам платье на выпускной, на праздник, на свадьбу, куда-нибудь на выход прогуляться с молодым человеком, с любимым мужчиной. Надеюсь, вам понравилось это видео. У нас еще очень много магазинов. Будем дальше продолжать смотреть платье на выпускной, на другой праздник, который случается в вашей жизни. Если вам понравился такой формат, напишите, хотите ли вы продолжение видео о красивых платьях. Девчонки, подписывайтесь, новенькие, вам не трудно, мне приятно. Будьте здоровы, будьте счастливы. Красивой весны, яркого, запоминающегося вам лета. С вами Татьяна. Пока-пока, мои дорогие. Пока.